Тебе глобальная волна, пусть прокатится свет по свету, не жертва ты, о человек, творец в творце, ты гимн поэта. О, муза светлая моя, как я воспеть тебя могла бы, коль не сегодняшнее зло, что по земле ползет в ухабы, как растекается, течет по континентам, странам, селам, нигде нет места на земле, чтоб быть действительно веселым. Корону призрачно надел, на всю планету не до смеха, он превзошел уж сам себя, тот вирус создан человеком. И планы жесткие его нам не вещало громко НАСА. Дели и властвуй, вот и все, биологическую массой. Им сверху правило дано, сиди в компьютерной могиле. Зачем краса Земли тебе? Вот, на картинке, или. Так миром правит, завладел Землей, планетой плодородной. Искусно все, коварно все, но в чьих руках, кому доходно? Психологические трюки, психической атаки крюки, а мы тихонечко сидим, себя мы сами отдадим. Меняемся, и вот мы жертва, клон проводами подключенный, никуда уже не деться, все это правда или сон? О, муза, нежная моя, спаси тотальное уродство. Я не желаю быть при нем. Закрой наш дом, запри оконце. Мне думалось в молодые дни, что ты защита, тише гавань, когда мне с чистого листа легко жилось, легко писалось, когда засевши на балконе, где виноградник, милый дом, ко мне пришел ремарк с любовью и окропил меня пером. Так ты росла, девчонкой звонкой, играет смело по судьбе, всегда во мне, всегда тихонько, стихи рождала на заре. О, муза, добрая подруга, к тебе прильну и нет меня, найди туда к нему дорогу, открой мои ты небеса. Нет мочи на планете этой, промерзшей, высохший до слез, играть и быть марионеткой в руках глобальных мафиоз. Там высоко, в твоих галоках, Сатрадхарани уж расцвел. Он ждет меня, прильнув бы к стопам, чтоб иллюзорный страх прошел. Не о себе тревожусь, честно, детей и внуков жалко мне. Как им Творца познать, коль правда уже споткнулась на земле? Коль суд, вершитель благородный, уж отступил в потьме назад? О, баловень судьбы привольной, зачем задумал ты все так? Сейчас настало время совета, и громко можно говорить, и не осудит слог поэта. Такой вот слог и должен быть. Автор стихов Вика Акива. А вот въезд в Кремль, дорогие друзья, куда мы с вами должны будем так или иначе скоро въехать. Но после того, как мы победим в планетарном сквозном референдуме, наши представители, конечно же, будут и за кремлевской стеной. Хотя ходят слухи, что уже наши сторонники там есть. Чуть ли не сам дядя Вова смотрит. Избранные. На ночь. Эфира с Владимиром Езерским и с Тишей. Ну, дорогие друзья, 3 часа дня, и мы видим, что мегаполис стоит в пробках. Центральный проспект, Кутузовский проспект, ведущий магистралью в самое сердце нашей столицы, стоит. И неважно, кто вы, на Майбахе или на Запорожце. Ну, единственное, если вы богоизбранный, и у вас есть проблесковые
маячки и цак в носу, то вас сопроводят под цаки, под громкие трели мигалок и граммофонов. Вся цивилизация погрязла в устаревших транспортных средствах. И давно назрела пора на новых физических принципах. Впереди камера на полосу. Новые средства перемещения. Впереди камера на разметку. Новые средства перемещения в пространстве. И чем больше мы с вами будем говорить о новой научной парадигме, о новых физических принципах, о новых средствах перемещения в пространстве, тем быстрее появятся эти самые новые средства перемещения в пространстве в нашей жизни. Если вы думаете, что кто-то в условиях пандемии, коронавируса, капитализма, кредитно-финансового рабства будет думать о спасении мыслящего непотребителя, творца, землянина, то вы ошибаетесь, дорогие друзья. Наша сила только в нашем соединении, как говорит Владимир Езерский. Термин «объединение», считает Владимир, придумали масоны для управления быдлом массы и биороботами, для сплачивания в толпы элитарную систему, что объединение – это работа с толпой. А термин «соединение» подразумевает наличие, существование равных, великих и разных. И в этом плане происходит соединение. Вот мы уткнулись в очередную пробку, которая уже ведет из Москвы. То есть мы видим пробка в Москву, пробка из Москвы. Вот. И ни у кого нету никаких вариантов развития. И только новая научная парадигма, и только Россия являет миру мечту, идею, как говорит Андрей Петрович Девятов, новая, небывалая. Пока стоп снято. Уткнулись в пробки. Так и общественные эти пробки, как аллегория инертности общества. Вместо того, чтобы давным-давно взлететь, мы как стадо баранов продолжаем стоять в пробках. Просыпайтесь, друзья. Планета прекрасна, она ждет нас.